почти неношенных. Эх, я возьму их себе. Как они будут на мне? И пришел он радостный домой. Поскорей, сестра, мне дверь открой. Посмотри, что на моих ногах. Посмотри, в каких я сапогах. Радуется брат, сестра тревожится. Наступает ночь, она все молится. Не могу уснуть, болит головушка. Принесет беду твоя обновушка. Зря братец снял сапоги с мертвой холодной ноги. И раздался голос за окном: открывай, мужик, мне дверь добром. Я пришел обратно получить то, что смел ты утром утащить. И раздался голос за окном: открывай, мужик, мне дверь добром. А мужик схватился за топор и проворно выбежал во двор. Дровосек избегал все вокруг, никого не встретил. Он и вдруг увидел дома на полу в сапогах умер.